Итак, друзья, гуляю в центре Подольска. Такой симпатичный центр. Погодка классная, в маечке хожу. Подольск. Классно так сделано, буквы такие офигенные. Вообще супер, ребята, оформлено все. Центр города. Правда, все стоит в пробках. Вот. Владимир Ильич стоит, красавчик. Профессиональный фотоаппарат фотографа. Только ты вот так вот. Вау. Так, очень красивый парк есть в городе Подольск. Симпатичнее, можно здесь так погулять. Еще везде кофе стоит, кофемашин, кофеаппараты. Так что очень даже классно. И вот в Подольске такая красивая церковь Знамения. Вау. Уже свадьба. А? Вот в церковь Знамения Святой Богородицы. Окей. И мы гуляем здесь по красивым местам. Друзья, пришли попить кофе. Такие цены. Вот взяли по 2 рафа. Сейчас смотрите, какие цены. Интересно. Я просто только с Франции, поэтому интересно здесь все. Момент. Ох, когда будет с ним. В рублях. Да-да-да. Ребят, смотрите, какие прикольные лошади. Как ангелочки такие классные, красивые. И все, ребята, я в Нижнем Новгороде. Вот такая здесь красота. Люди все гуляют, погодка классная. Кто как. И вот, друзья, вот такое вот здесь меню. Смотрите, какие цены в России. Перемножайте все это на евро. Вот нормальный такой хороший ресторанчик. Курс сейчас где-то 92-90. Такой хороший ресторанчик. Итак, друзья, вот такой вид красивый здесь. Смотрите, Щелковский хутор. Прям вообще романтика. Очень классные места. Солнышко. Купаться можно. Видите, как здесь так. Опа, водичку залезть. Конечно, вода еще прохладненькая, грязненькая. Но скоро, я думаю, уже можно будет купаться. Пупсики, пупсики. Мама принесла кушать рыбку. Рыбку принесла кушать мама. И вот такой настоящий пирог с рыбой. Деревенский. Вкусный. Пупсенок. Чудо-пупсик. Пупсик. Вот, какой красавчик ты. Какой ты красавчик-то. А? И вот, друзья, в деревне. Вот как классно смотрится. Там прокатиться. Любовница. Смотрите, сзади как бы. Попа Бентли. Красотка. По деревне классно ехать. Красота. На нижегородских номерах, ребят. Я дома. Дома. В Нижнем Новгороде. Номера нижегородские. Классно. Эти вот деревни. Очень красивые. Банька сказочная. Вообще просто супер. Поленье. Вот сегодня дождичек. Ну вот она, красоточка.
российские деревни. Здесь берет только Теле 2, даже не Мегафон, ни этот, ни Билайн, ничего не берет. Только Теле 2 связь берет. Покрытие вообще. Телефон не работает. Итак, друзья, мама мне такую яишенку утреннюю приготовила. Смотри, какая вкусняшенька, ребята. Какой-то вкусный тортик, вот я уже ее почти заточил. Очень вкусный, мамин. Друзья, так что вот так вот мама встречает. Друзья, приехал ко мне подписчик, классный земляк мой. Знаете, какая машина? X-Max. Вообще сказка просто. О, Ford X-Max. Большая, офигенная. Смотрите, какой салон. Вообще класс он. Видите, он все раскладывается, места просто куча для путешествий. Вот такая вот машина классная будет. Вот здесь вообще все супер. На автомате просто сказочно кататься. Вот, друзья, какие надо машинки хорошие брать. Вот такие вот российские дороги. Такие классные, смотрите. Вау, 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 вау. Ух, вот это вообще классно. И вот, друзья, еду во дворе, где-то здесь, в Ленинском районе, смотрите, классные дороги. Прям просто сказка. Случайно заехал, просто сказка. Еду очень медленно. Вот, наверное, их здесь очень давно не делали. Вот, видите, дом вот стоит рядышком такой, не знаю, как, ну, я думаю, старые постройки готовы, на 80-х. И вот такая вот офигенная дорожка. Просто можно обалдеть, какая классная дорожка. Так, друзья, смотрите, тут танки продаются. Танк 300, почти как у меня, Крайслер 300, только танк. Какая машинка интересная. Вот компания танк, это первый раз вообще вижу. Смотрите, танк 300. Вон какой он. А, друзья, танк 300. Кто-нибудь есть на такой машине, ребят, напишите в комментариях. И вот, друзья, смотрите, какая красота. Колесо обозрения, Нижний Новгород. Видите, как красиво смотрится вечером, вообще просто красиво. Так сказочно оно развивается. И вот, ребята, такой мне классный сделала блинчик мама. Смотрите, какой красивый такой прям. Ох, какая вкуснятинка, друзья, какая вкуснятинка. Какой вкусный блинчик. Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот они как пекутся-то. Вот она вкуснятина какая.